Ты хотела пожелать своим коллегам ко дню журналиста? Ой, дорогие коллеги, я вам желаю меньше работать, но больше зарабатывать, хороших тем, хорошего настроения и вообще, чтобы в жизни было все клево. Наверное, поменьше нервотрепки, потому что работа у нас очень нервная и все нужно успеть, успеть сегодня, не завтра. Интересных сюжетов, интересных тем и побольше адекватных спикеров. Спікерів, які говорять синхронами і не кажуть в кадрі «е». Троєкратне увеличення зарплати і троєкратне ура. О, день журналіста. Вдохновення желаю, большої зарплати, ненормативного робочого дня, щоб було більше свободного времени. Ну, поскольку журналистика – это не просто рассказ о событиях, это такой способ быстрого описания мира. Я желаю вам, чтобы горизонты этого мира для вас всегда расширялись. Будьте широкоглядні. Легких тем, хороших спикеров и, наверное, удовольствие от работы. Хороших новостей, желаю вдохновения творческого и желаю почаще, чтобы побольше было поводов для радости всем. А самое главное, не терять ощущение праздника. Вот за этими бесконечными нервами, стрессами, дедлайнами, монтажами, которые срываются, съемками, на которые можно опоздать. Вот просто не терять это ощущение, что в нашей жизни тоже есть праздник, и что самое главное, что мы его заслужили. Бути задоволеними своєю роботою, тією працею, яку вони щодня роблять, шукають новини, передають їх людям, нашим глядачам. І щоб наш глядач був задоволений результатами нашої праці. Бути чесними і правдивими. Колеги, ну щоб вам не було стыдно за кожне написане слово. На виконання своїх требований. На виконання своїх требований. Плохо, зараз. А що в мене стерчить? Ні. Вимогу Конституційного суду виконують справно. Російську мову? Блін. Ну, російську мову з кіноекранів можна почути виключно у фільмах російського виробництва. У чемпіонаті України клуб залишив...